Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем проходить игру Crossing Souls. Ну что же, ребята, поехали вперед. У нас тут сохранение как раз было. Будем смотреть, что же нас ждет впереди. Так, что-то не нравится мне эта музычка. Ага, Шпильгман и Мэтт. Ну давай. Мэтт, ты в порядке? Слава богу. Кто это? Крис, мы должны прекратить борьбу. Все, что мы делаем, не имеет смысла. Мэтт, как ты можешь такое говорить? Мы так далеко зашли. Мы должны остановить майора. В том-то и дело, Крис. Мы ошибались. Я знаю, в этом сложно поверить, но майор хочет смешать наш мир с миром духов, чтобы мы могли существовать вместе. Все будет не так, Мэтт. Ты это знаешь. Представь, что мы сможем общаться с великими учеными прошлого, работать с ними бок о бок. Человечество будет развиваться семимильными шагами. Мэтт, они промыли тебе мозги. Я не могу поверить в то, что ты говоришь. Это правда, Крис. Кроме того, наши родные уже с ними работают. Они сказали, если мне удастся тебя убедить, они отведут нас к ним. Это ложь, Мэтт. Я только что видел их. Этот мерзавец использует их, чтобы подпитывать дуат. Он превратил наших родных в батарейку, чтобы открыть портал между двумя мирами. Что? Этого не может быть. Оу. Все, хватит. У меня нет времени на эту ерунду. Шпильгман, забирай мальчишку. Если не хочет сотрудничать, мы его заставим. А что до тебя? Ты слишком много видел. Я не могу оставить тебя в живых. Нет, стойте! Довольно вежливости. О, вот ты чё? А, тьфу ты, я уж думал, сейчас, ребята, мы будем с Урусом воевать. Нет. Тут у нас обычные боты. Так, хорошо, хоть сердечки выпадают после них. Это уже хорошо, ребята. Опс. Так, ну тихо, 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 не выёживаемся. Так, ага, еще партия. О, уже паучки тут. Так, это плохо. Давайте, наверное... Блин, пауки эти, они сейчас будут... Меня будут застреливать, ребята, этими... Своими хлопушками, блин. Да ёпрсте. Ну, хорошо сердечки, ребята, дают, так что я могу отхилиться. Так что все пучком. Я так понимаю, это типа испытывает он меня, да? Оу, что это у нас за... Черт подери, за киборги тут еще появились. Да, ребята, приходится тратить свои сердечки, а фиг ли поделаешь. У меня сколько? Сахарных сердец 5 штук осталось. Всего лишь 5 штук, ребят. Главное, чтобы это быстренько все закончилось, и мы с вами продолжили. Я, правда, не знаю, какой здесь будет развязон. Неужели Шпильгман и Оурус убегут от меня? По-моему, мне кажется, что... Да ёпрсты, ты достал уже, киборг вонючий. О! Так, ну что теперь? А-а-а, чертовы сопляки! Опа, опа! Что такое? Да ладно! Майор Урус, ребята! Опс! Мимо, мимо, говнюк! Блин, да ладно! Подбил меня, ну что ж, поехали тогда сыграем по нашим правилам. Ну давай, Зимбаба, я тебя жду! Ребята, короче, тактика здесь, да и практически нету. Увиливаем, увиливаем. Так, тихо. Так, сейчас будет... Сейчас будет свои... Фаерболы раскидывать. Так, сердечко у меня 6. Нормуль, должно хватить. Короче, ребят, я не знаю, получится, не получится. Принцип такой. Вот сейчас ставим бомбу. Нет, рано. Рано. Вот сейчас мы все это подберем, а теперь уже, как говорится, будем поджидать его. Ой, ё-моё, вот это плохо было. Так, раз, два, три. Все, ставим бомбу, ребята. И сматываемся. Подкрепляемся. Короче, ребят, такой... А, да что ж такое-то, все время попадаю. В общем, он делает 3 выпада. Первый. Второй. Третий. Блин, не успел. Ладно, давай еще разок. Тут главное, знаете что? Вовремя уворачиваться. Первая фаза, вторая, третья. Ёпрсоте, опять он меня
задевает. Так, сердечки, сердечки мы это возьмем потом. У нас, короче, одно находится в нижнем левом углу, вот здесь, ребята. И два, да ёпрсте. Три, бомбу ставим, ребята, ставим бомбу. Отлично, забираем здесь все. Короче, на третьей фазе, когда он меня ловит, он начинает делать прыжок для того, чтобы сделать суперудар. В этот момент желательно... Так, блин, да что ж такое, выставлять бомбу. Подхиливаться надо будет, ребята, обязательно. Потому что у него довольно мощные удары. Если ты вовремя не хильнешься, то, возможно, все, тебе будет финиш. Убивает с двух ударов буквально. Так, тихо, раз, два, три, отлично, бомба. Ух, надо еще успевать отбежать, ребята, от этого. От этого, блин, да чтоб тебя. От этих фаерболов, короче. Совсем уже сконцентрироваться даже не могу. Раз, два, три, есть. Погнали. Ой, не успел, ребят, а в чем проблема-то? Я не понял, а почему не поставилась бомба? А? Я ведь ставил. Блин, ребят, только попытку потратил. Раз, два, ой, задел. Три. Черт бы его побрал. Хиляемся. Так. Ага. Слушайте, сколько у него еще здоровья, ребят, буквально на две бомбочки. На две бомбочки. Первая фаза, вторая, третья. Ставим. Подавись, урод. Нет, по-моему, еще придется, наверное, два раза. Ладно, главное бегать, не попадаться под фаерболы, под эти. Так, ага, пошел, 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 пошел. А вот дудки тебе, хрен тебе нарыло. Так, ставим. Да, вот теперь, ребята, точно последний раз будет. Когда поиграешь с ним, против него, ребята, раз так 10, 15, 20, начинаешь понимать, как надо с боссом, скажем, драться. Ну, вы понимаете, о чем я. Ой-ой-ой-ой, есть. Ну, чё, говнюк, сейчас будет очередную байку нам, наверное, клепать. Так, вот что случается с теми, кто осмелился бросить мне вызов. Хе-хе, что случается? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оу, Мэтт. Мэттушка, родной мой. Он просто его убил, ребята. У меня ваши семьи, ваши друзья, все. Осталось только покончить с девчонкой. Думаете, вам удастся справиться со мной до того, как она умрет? Чарли, ёпарасоте. Чарли! Тебя приковали. Смотрите внимательно, вы станете свидетелями рождения нового бога, Оуруса. Пусть ваша смерть послужит примером для тех, кто осмелился пойти против моей власти. Чё, не понял? Что он затеял? А, все, он перевоплощается, ребята, якобы в бога. Только не говорите мне, что я сейчас буду драться еще с одним боссом. Черт подери. Так, кристаллы, 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 кристаллы. Ага, понял. Понял, ребята, прикол. Смотрите, он бьет кристаллы, у него хп отнимается. Мне даже его бить не надо. Ой-ой-ой-ой, опасно, опасно. Ребята, обязательно хиляться надо. Упс. Так, ой, да у него жизни-то. Так, тихо, 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 тихо. Вот, вот это будет последний кристалл. Вот это будет... Блин, ну чтоб тебе... Давай, врезайся сюда, пожалуйста. Слушайте, да он легче, чем в первой форме. Поверьте мне, в разы легче. Так, что дальше? Ух, хорошо-то как. А, Мэтт же, Мэтт, точно, ребят. Крис, Крис, я... Прости, я не хотел. Шш, тише, дыши, успокойся. С тобой все будет хорошо. Потом поговорим. Крис... Мы друзья, Мэтт, лучшие друзья, Мэтт. Вместе навсегда? Мэтт. Все, ребята. Мы потеряли Мэтта. Что ж за игра-то такая, а? Одни потери, одни убийства. Мы должны довести дело до конца ради него, ради Большого Джо, ради Кевина, ради всего мира, черт возьми. Крис... Майор начал свое вторжение. Послушай, Чарли, мы должны уничтожить этот военный комплекс, чтобы спасти мир. Но как? Думаю, я знаю, но мне нужна твоя помощь.
Да, конечно. Ты должна вытащить всех отсюда. Увидимся снаружи, Крис, хорошо? Пообещай, что ты недолго, и что мы выберемся из этого места вместе. Мы выберемся вместе. Я буду рядом всегда. Ангх. Ангх является самым желанным подарком древнеегипетских богов, поскольку содержит бесчисленные ответы на сокровенные тайны. Слушайте, зачем мне вот эти вот все побрякушки? О, ролик, ребят. Как мило. Уходи, не оборачиваясь, как говорится. Ну что же, Крис, у нас, я так понимаю, с тобой еще великие дела. Мы что-то должны с тобой... Ты сказал, что знаешь ответ. И в чем же он будет заключаться, а? Так. Ага, побежал сам. Ладно, давай посмотрим, что это такое вообще. Так, давайте сохранимся, ребят, для начала, потому что, ну его нафиг, я не знаю, что там впереди будет нас поджидать. Лучше сохраниться лишний раз. Так, здесь стенка, что ли? Ладно, давай сюда, на лесенку. И... кнопка. Кнопка не нажимай. Погоди-ка. Включить. Давай включим, конечно же. Он. Off, on, on. Так, кнопка. Отлично. Тихо, что такое? А это что такое? Так, надо... что там? Бросить? Так, это что у нас такое? Я что-то не могу понять. Это, ребята, как раз те самые безделушки, которые я собирал всю игру. Вот эти все артефакты. Слушайте, я даже не думал, что у меня их так много. Так, я надеюсь, у меня все они уже с собой. Так, а вот у нас это Ангх положил только что. Так, это, по-моему, жук-скоробей, да? Если я не ошибаюсь. Так, давай сюда. И последний у нас, ребята, осталось. Все. Ну. Чего там? Ага. Какая-то вылезла кнопочка, ребята. Так, ну что же нам тогда делать? Я так понимаю, нам нужно идти туда. Это какой-то портал у нас якобы должен открыться, ребята. Так что давайте, наверное... А, погоди-ка, а как я туда должен попасть? Секунду, я что-то не врубился. Понял, давайте сохранимся еще разок. Это, ребята, не стенка, это, оказывается, был второй этаж, по-моему, да? Ну-ка, проверим. Да, так и есть. Ну что же, вот она, эта кнопочка. Внимание, недостаточно человеческих батарей. Хотите использовать свою жизненную энергию для телепортации? Да, как будто у меня есть выбор. Процесс запущен. Наступает время, когда каждый сталкивается с дуатом. Возвращаясь к началу, есть только один способ исправить это. Опачки. Ребята, он отдает свою жизнь. Вы представляете? Достойный поступок. Но вот стоящий ли и для чего? Я надеюсь, он сможет потом вернуться-то или как? Это якобы меня вот так вот распластало, что ли? Мою душу, нет? По всем этим спиралям. Ну ладно, надеюсь, так и должно быть. Ой, смотрите-ка, ребята, я дух. Мы не забудем твою искренность и твою любовь к погибшему брату. Это судья Мат, помним, да, его, ребята? Он периодически появлялся, когда у нас большой Джо погиб. В первый раз мы его там увидели, хотя до этого он... Твои деяния освободили много блуждающих душ от иго злого духа. Даже так? О-оу, это кто там орет? Многие заплатили цену за твою глупость. А какая у меня глупость? Я ничего вроде бы не сделал плохого. Ты всегда помогал другим, даже если не был обязан. Слушайте, такое ощущение, что одна сторона плохая, да? А другая сторона добра.
Один хороший поступок не искупает праздную жизнь. Вот это типа плохой, да? Слева плохой, справа получается хороший. Или наоборот. Так. Твое мужество распахнуло дверь, которую открывали лишь немногие. Ту, что была заперта на протяжении веков. Я не могу понять, это хорошее или плохое? Так. Сила твоего духа покорила души многих, кто следовал твоему делу. Так, понятно, это повтор. Я думал, может быть, что-то другое скажут. Нет, ничего. Только лишь одну фразу говорят. Смерть твоих близких лежит на твоей совести. Слушайте, вот это, по-моему, плохо. Это плохой какой-то отзыв обо мне. Даже в смерти те, кого ты любил, продолжали следовать за тобой. А вот это вот хорошие ребята. Я так долго буду... О, два стоят. Твоя жертва велика. Искупление — единственный путь. Слушайте, а тут, по-моему, оба хороших. Так, ладно. Я надеюсь, мы куда-нибудь прибежим. Тихо. О. Это, ребята, Сет. Что у нас тут? Что за... Ха-ха-ха, ну-ну-ну, добро пожаловать в мое царство, смертный. Ты должно быть Сет, я пришел, чтобы покончить с этим безумием. Людское высокомерие никогда не перестает удивлять меня. Ты и вправду думал, что сможешь прийти сюда и остановить меня? Да, я пришел, чтобы нарушить твой злобный план. О, и как ты собираешься это сделать? Ты говорил с моим братом Осисом? Говорил, елки-палки. Что ты ржешь? Понятно. Еще один мечтатель. Осис ошибается. Для этого задания не существует избранного. В целой вселенной не найдется сердца настолько чистого, чтобы погасить пламя моего последнего суда. Я проткну завесу, которая отделяет мой мир от твоего и управляет всеми реальностями вселенной. Никто и никто не остановит меня. Слушайте, ну я должен, наверное, остановить. Все, через что мы прошли? Нет, я отказываюсь сдаваться. Ты сразил майора. Но не заблуждайся, он не принадлежал миру богов. Теперь его душа моя. Я покончу с тобой так же, как и с ним. Твоя невинность забавляет меня, но, полагаю, ты кое-что не заметил. Ты уже мертв, ты пожертвовал собой, чтобы добраться до меня. Теперь твоя душа и твоя жизнь принадлежат мне, как и все в этом мире. Ты мой. Воу. Нет, не может быть. Ха-ха-ха. Предлагаю сделку. Положи свое сердце на чашу весов. Если оно и впрямь чисто, я отпущу тебя. Но ты своими глазами увидишь, как я пожираю привычный тебе мир. Если, однако, твое сердце не так чисто, как считает мой брат Осис, ты познаешь вечные муки. Ты не можешь этого сделать. Разумеется, могу. Я не мой брат, благодетель. Это нечестно в любом случае. В любом случае, твоя воля – ничто по сравнению с волей Бога. Жребий брошен. Я, Сет, докажу, что не существует чистого сердца и души, которые могли бы соперничать со мной, покарав Криса, выбранного Осисом для восстановления порядка в вечном цикле. Оу, а это, наверное, Осис или нет? Так, мы можем подойти-то куда-нибудь, хоть двинуться-то? Можем. Так. Я проделал этот путь не для того, чтобы сдаться, Сет. И он уходит, да? Чё? Опачки. Это, ребята, Сет, по-моему, пожертвовал своим сердцем. Или же это мое сердце?
По-моему, это было сердце Сета. Так, весы, весы. А где должны быть весы, а, ребята, чтобы я... Что-то потухает, потухает. Нет, 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 что-то перевес идет какой-то. А, вот, вот, весы Сета перевесили. Нет, не может быть. Как такое возможно? Что происходит? Во-во-во, а что должно быть, ребята? Драться? Что будем делать-то? Ой, нифига. Ёпусты. Эти собаки его загрызли, по-моему. В общем, одним словом, по-моему, Сет погиб. Наверное. Наступает время, когда каждый сталкивается с Дуатом, возвращаясь к началу. Потому что в некотором смысле мы все принадлежим ему. Но есть немногие, перед которыми Дуат склоняется. Те, кто ставит благодетель и непоколебимость равновесия превыше всего остального. Это сказал нам Осис. Так, тихо. Чего? Да ладно. Ну, ну нафиг. Слушайте, ну это... Что за... Что за концовка такая? Ну, мы победили, получается, да, ребят, с вами. Ну, Сета. И все. Ладно, подождем окончательной заставки. The End. Так. Так, что опять? Оу, тихо. Ух ты, круто, бабуль. Отличная история. А Крис вправду победил того монстра? Не глупи, Шон. Это просто история. Как ребенок может победить злого бога? Ну, думаю, об этом мы никогда не узнаем. Ну, скажи, бабуль. Что ж, правда в том, что мы никогда не узнаем, что нас ждет по ту сторону, пока не придет время. Поэтому так важно каждую минуту этого драгоценного дара под названием «жизнь» проводить с теми, кого любишь. Наслаждаться жизнью, смеяться, любить и никогда, никогда не заканчивать свой жизненный путь с сожалениями о не сделанном. А Крис жалел о чем-нибудь? Я не знаю. А что случилось с Чарли? С тех пор о ней никто не слышал. О, тайна. Так в чем мораль, бабуль? В этой истории нет морали, Шон. Она как сама жизнь. Неважно, какие решения ты принимаешь, что бы ты ни выбрал, выбирай жить и живи. А как мы узнаем, правильно мы сделали выбор или нет? Вы узнаете, потому что найдете счастье в мелочах. Вы почувствуете, что ваши усилия, небольшие на вид, делают мир лучше, и однажды вы ощутите умиротворение и согласие со всеми принятыми вами решениями, хорошими и плохими, и вы будете готовы к дороге. К дороге? Какой дороге? Дороге домой, глупенький. Давайте, ваша мама скоро придет. Ну, уже... Бабушка, день пролетел так быстро. Давайте, хорошо вам добраться, и помните, что я вам сказала. Да, вместе навсегда. Верно, Келли. Заботься о своем младшем братике. Я буду, бабушка, всегда. Пока, бабушка. Пока, бабушка. Пока, ребята, я вас люблю. Ох, вот так вот, ребята. Что это за бабушка? Что это вообще за... Мы, оказывается, играли с вами в историю какую-то, получается. Бабушкину сказку какую-то, видимо, да? Так, осмотреть. Письма с благодарностями. Они все время приходили. Ну? Мои дети подарили мне столько внуков, что мы едва помещаемся на фотографии. Хорошая у тебя жизнь, бабуль, была. Просто крутая. Куда нам вообще идти-то надо? Осмотреться. Воспоминания о моих поездках в Гану вместе с НПО. Именно там я провела одни из самых светлых периодов в моей жизни. Ладно, давайте. Раз у нас позволяется сюда идти, значит пойдем, ребята.
Так. Что, тут нельзя ничего почитать? Нельзя. Бабулечка. Так, открыть. Открываем. Закрыть. Странно, да? Так, что такое? Ой, капсула знакомая, ребят. Он всегда был рядом, когда был мне нужен. А кто это? Что это? Портрет? А, портрет кого-то там. Блин, не могу разобрать. Оу! Вот мой большой секрет. Время пришло после долгих лет исследований. Теперь все работает, я знаю. Да ладно. Поместите указательный палец на сканер отпечатков. Черт, это что? Система безопасности разблокирована. Хорошо, теперь последовательность. Последовательность верна. Ввожу значение для подключения. О боже, сработало, сработало. Значения установлены. Подключение начнется через несколько секунд. Располагайтесь. Что ж, думаю, пришло время начать сначала. Я старалась прожить достойную жизнь. Счастливую жизнь. Пришло время вернуться к той девочке, что я была. До скорой встречи. Слушайте, ребят, это что такое? Это же... Это Чарли! Это Чарли! И... Чёрта. Разревелся как... Как маленький. Ух. Да, ребята, вот это... Вот эта история. Что-то так за душу взяла. Ой, смотри! Чарли! Крис! Вместе навсегда. Да, вместе навсегда. Ой, вот так вот, ребята. Как говорится, сердце мое растопило. Игруля немножечко попереживал. В общем, в этой игре всего хватает, ребята. И предательства, и дружбы, и как же без интриги. Да, игра, конечно, драматическая, ребята, однозначно. Но она того стоила, чтобы ее пройти. Я надеюсь, вам было приятно смотреть мое прохождение. Ну, а вам могу сказать одно, ребята. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующих новых играх. Всем удачи, всем пока. И до новых скорых видосиков.